Всем привет! С вами снова я, Юлия, и мой канал. Сегодня будет немножко необычное видео. Я хочу познакомить вас с одной замечательной компанией Greenway. Я давно слышала об этой компании, в общем, примелькалась она мне, стала изучать, смотреть, разбираться, что там, кто там, чего там, в общем, чем они занимаются, что выпускают. И как оказалось, там очень много всяких интересных вещей. Ну и так вот я пока раздумывала, собрала себе небольшой такой заказик. Наконец-то этот заказ мне пришел. В этот заказ у меня вошел вот такой набор Ласка Мини. Вот такая замечательная варежка для тела. Естественно, для ухода за домом. Два вот таких спонжика я взяла. Кому-нибудь подарю. Ну и, естественно, вот такое чистящее средство Мистик. И еще вот такой замечательный диск, который называется Involver. Это чистящий диск. В общем, расскажу обо всем по порядку. Давайте начнем со средств для дома. Первое, что я попробовала, это вот эта салфетка для посуды. Она вот такая маленькая, но она волшебная. У нее вот такая вот одна сторона скрабирующая, немножко такая вот, так сказать, с ворсинками, а другая вот такая вот мягенькая. Она своего рода полирует поверхность. Ну а вот с этим средством Мистик это просто-напросто палочка-выручалочка. Потому что вдруг, где не справляется эта салфетка, справляется эта паста. А вместе они творят просто чудеса. В общем, я ей очистила всю сантехнику, посуду, всю рабочую поверхность, кухонный гарнитур, плиту, переднюю часть стиральной машины, холодильник. В общем, внутри холодильника. В общем, куда мне не доставали до этого руки, которые постоянно откладывают все это, я провела просто генеральную уборку. Так, еще мне понравился вот такой диск Involver, который справляется с трудновыводимыми застоявшимися пятнами, такими как пятна от жира, растительного масла, ржавчина, известковый налет. Это вообще просто суперская вещь. Еще она также очень хорошо выводит пятна с обивки, мебели, чистит обувь, деликатные вещи такие, например, как вот воротнички пиджаков, это школьные пиджаки, это куртки, которые не всегда можно постирать, это пальто. Допустим, вот и, ну, и такие ежедневные загрязнения, допустим, ребенок испачкал там брюки, я же не побегу скорее его стирать, эти брюки там, это пятнышко я просто-напросто счищаю этим диском даже на сухую, и просто великолепно. Ну, в общем, по уходу за домом можно говорить бесконечно, там очень-очень много всего, это нужно ознакомиться с каждой продукцией отдельно, не буду вас загружать, перейдем к самому вкусному и сладкому, что мы любим. Это Ласка Мини. В этот набор входит спонж для демакияжа, двухсторонний спонж для чистки и массажа лица, шеи. В общем, одна сторона у него такая более грубая, а другая мягкая. Одной стороной мы очищаем, а мягкой стороной полируем. Но самая-самая такая прям мечта любой девушки – это варежка, которая идет также для очищения лица, шеи и зоны декольте. Она такая необыкновенно мягкая, нежная. Не зря эту назвали негой. Это на самом деле настоящая нега. Вся фишка в том, что все это работает при помощи простой, проточной нашей обычной воды. Смочил, почистил, после использования постирал хозяйственным мылом или детским, не содержащим отдушек, и все, повесил
на прищепку, высушил. Вот такие вот петельки удобные есть. И вот красота просто-напросто. В общем, вот эта товарищка мне, конечно, вообще такая на ощупь. Вот прям с ней неохота расставаться. Она такая нежная-нежная, прям вообще балдежная. Это спонж для макияжа, тоже так же смочил, приложил к одному глазу, к второму, стер помаду, тональный крем. Все, она в себя это как все, как магнит втянула, всю грязь вашу впитала. Также после использования простернули, повесили, пусть сохнет на следующий день, пользуйтесь точно так же. Еще мне было, конечно, вот больше всего хотелось получить из всего этого моего заказа вот такую варежку. Варежка, мочалка по уходу за телом. На вид она такая вот обычная, ничего не такого сверхъестественного, но эта мочалка также работает только с водой. Никаких чистящих, моющих средств не используем, только вода и варежка. Также попользовались в душе или в бане, там, куда вы ходите, простернули, повесили, посушили, пользуйтесь снова как новое. Еще такой же пришел мне вот спонж отдельно для домакияжа, возможно, я его кому-то задарю, и вот такой спонж для пилинга. Кто-то, возможно, скажет, что цены в этом компании, ну, не дешевые, но я вам хочу сказать одно, что приобретя вот такой спонжик, мы во многом экономим свое время, свои деньги, потому что каждый, там, допустим, хотя бы раз в месяц, не каждый раз мы можем пойти к косметологу и позволить себе такую процедуру, как там химический пилинг или ультразвук или еще что-то. А то дома, значит, мы сами еженедельно, возможно, кто-то два раза в неделю будет делать себе спа-процедуру, вот, очищать свою кожу вот этим небольшим спонжем для пилинга. Точно так же его смачиваем водой, одеваем на два пальчика и пошли себе потихонечку очищать лицо. Эти все уходовые варежки содержат в себе ионы и частицы серебра. За счет этого они антибактериальны, не впитывают в себя абсолютно никаких запахов. Поэтому каждый раз они у вас как новые. Если у вас есть возможность где-то ознакомиться с продукцией этой компании, либо ее заказать и попробовать, делайте это не раздумывая, потому что это просто продукция 21 века, это экопродукция. Потому что мы настолько уже насытились всякими химическими средствами, что вот вокруг уже эта химия витает прям вот в каждой частичке воздуха даже. Мы ее прям дышим этим, едим, пьем, впитываем, все это прям, ну, невозможно уже. Поэтому пора уже задуматься о своем будущем, задуматься об окружающей среде, о детях наших. И переходить на продукцию, которая более такая современного качества. Вот, допустим, такие же, как эти экопродукты. И нужно немножко себя полюбить. Любите себя. Если у кого-то есть желание приобрести что-то из этой компании, пишите мне смело, я вам всем отвечу, напишу, помогу, вышлю, я не знаю, как еще вам... В общем, сделаю все, что от меня требуется. На этом спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!